Снегать. Обезьяну тоже надо рисовать? А? Нет, слава богу. Я позирую, а ты убегаешь, а? Дядь! Давай для прессы, давай, 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 давай. Давай для прессы. Ну что, Оля, я возьму сейчас цифровую тоже. Все, теперь розовому хана. Какие шпионы. Все, теперь розовому хана. Какие шпионы. Такой рекламой ему даже конкурировать, даже близко садиться нельзя. Танька, 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 Танька.
Дядю? Ой, как красиво. Разбей эту пикапку или дай мне 100 рублей. До следующего шага я тебе дам 100 рублей. У меня сутка 180 рублей. И сколько раз увеличивает она? Она 50 раз. Ну как, настроение? Отлично. Цель ходить купаться. Правда, там было много медуз. На пирсе. Больших таких. Феликс, Ольгу пожалили. А Феликс вместе с Ольгой купает? Нет. Феликс подруга приехала. А? Подруга приехала. А, подруга. Это Ольга ее зовут, да? Нет, ее зовут Настя. Понятно. Можно ли включить?
снимаю. Для этого, наверное, уже, я не знаю, очень много всего. Много, да. Зачем тебе это? Так. Зачем так тебе вот это нужно? Это нужно называется розовая смесь. Ну, вот тоже машина. Что надо закончить? На цикле, например, что движение. Валер, ну что? Со звуком там снимает, нет? Конечно, со звуком. Даже. Тебя сняли история. Посмотри, как у меня работа. Лучше ты мне подскажи, какие работы я в первый портрет делаю. Да, это шедевр. Нико Пиросмани. Да, да, да. Там такая туча наползает. Ты успеешь спрятаться быстро? Как мой золотой, как мой дорогой. Что? Силы, да. Ага. Вот он бежит. Смешно? Видела. Так, дождите. Все промокли насквозь. Бедная реклама. 3 метра не дошли больше. Тебе бедная реклама там промокла? А чего туда? Да? Ну, мы... Давай,
понимаешь, да? А теперь один вопрос к нашей прессе. Как вы оцениваете свой сексуальный потенциал? Как сводящий с ума все живое на Земле. Вопрос к художнику. Оля, здорово. Привет. Как вы оцениваете свой сексуальный потенциал? Ну, средний. Я уже старый человек. Мне можно уже не видеться. Так не снял, мужик, вот так снял. Вон ту ручку давай, вот ту давай. Правильно. Не догорал, не догорал. Валера, слушай, тормози, слышишь, нет?